Анатолий. Это Миша. Миша, привет. Как дела? Привет. Самочувствие? Отличное самочувствие. Птичка наша. Птичка. Невеличка. Так. Когда я Мишу скажу? Поехали, мы поедем. А, да, хотел запускать. Мы же занимаемся парапланеризмом. Сейчас мы полетим с 2700 метров над уровнем моря. Приземлимся на 1700. Перепады у нас 1000 метров. Готов, Миш? Ехать будем вот в этом направлении. Мне просто прямо ехать. Туда. Уходи, Грей. Тебе просто прямо вперед нагнуть. Очень важно. Это важно. Запомни. Секундочку. Да, Грей, давай. Хорошо. Готов ехать? Разворачивайся. Так, сейчас подожди. Еще разворачивайся. Настроюсь. Еще молодец. Готов ехать? Да. Вперед нагнись. Ребят, потянуть можно нас? Чуть-чуть. Потянуть нас можно? Дать первую изначальную скорость. До той бутылки. Вот тут возьмись. Вот здесь. И вот здесь? Здесь, да. Просто вперед останем. Просто, да? Вперед тянем, вот туда вот. Пока скажу, ради тебя потянуть, подожди, ребят. Подожди, вперед. Все, ребят, спасибо большое. От души. Так едем. Записывает, да? Записывает. Ну, ничего страшного, я взлетел, все хорошо. Пацаны с Сакуны остались на горе. Сейчас, да? Вот дорога. Thank you.
Опасная ситуация. Опаснейшая. Но я не нервничаю. Блин, давай вот только не будем вот как они делать, ладно? Ребята, мы не можем набрать высоту. Не толстый, а просто большой, Анатолий сказал, понятно? Бывает и толще. А они вон куда набрали.